Привет всем любителям IQ пазлов! Сегодня перед нами вот такая вот волшебная коробочка со снеговиком, которого нужно собрать из 8 деталей. Очень интересная головоломка, сложно располагаются фигуры, поэтому, конечно, собрать ее довольно непросто. Сейчас я покажу вам, как это сделать. Вот, получился снеговичок один в один, как на картинке. Спасибо большое, друзья, за внимание. Ставьте лайки и подписывайтесь, если вам понравилось мое видео. Удачи в решении головоломок. До новых встреч!